Доброе утро. Доброе. Яичницу на завтрак готовишь? Это не завтрак, это эксперимент. Просто вообще это очень сильно похоже на завтрак. Я наконец получил время для проверки своей гипотезы о влиянии на вкус яичницы отделения молекул воды от протеинов яйца. Вкуснотища какая. Прямо не дождусь твоих работ с беконом. Как и я. Знаешь, мне кажется, тебе стоит просто извиниться перед Гейблхаузером, и он снова примет тебя на работу. А я не хочу обратно. Я провел 3,5 года, глазея на замусоленные доски, полные уравнений. А до этого 4 года работал над диссертацией, а до этого был в колледже, а до этого в 5-м классе. Это мой первый выходной за десятилетие, и я буду наслаждаться им по полной. Ну ладно. Оставляю тебя наедине с твоими яйцами. Это не только мои яйца, это яйца всего человечества. И человечество тебе благодарно. Использовать свежие яички.